Многим не очевидно. Но убийство – это когда ты помер от физических воздействий или там еще чего-то в течение 20... у нас, например, в течение 24 часов. Вот если ты за сутки умер, ну, не ты, это убийство. А если ты после 24 часов, то это скончался от тяжких телесных повреждений. А это уже другая статья. То есть раньше там 102-я и это убийство, а 108-я это тяжкие телесные повреждения. Соответственно, другой срок совершенно. То есть, если бы мы выгнали человека на мороз, и там бы он помер. Надо доказать, что его выгнали. Он про это. Вот если выгнали голову на мороз и тем самым и имели умысел, это тоже важно. И заморозить этого человека, чтобы он умер от мороза, это одно. А вот если просто выгнали, а умысла не имели, думали побегает там и этим ограничится. После бани освежиться. Да, освежиться. То умысла нет, то срок, соответственно, если не доказан этот самый умысел, то и срок другой будет.